Survival моба. Ну давай посмотрим. Бабульку с пирогом обязательно выберем. Самое то. Заценим, что это такое хоть. Так, загрузилась. Russian Federation. Имя. Выбрать. Вот так вот. Так, пока я не видел никакую привязку к почте. Это мне немного не понравилось. Ладно. Сыграйте матч и получите героя бесплатно. Оу. Я вообще-то нажал уже битва. Так, вот и наша битва. Что это такое? Ох, Тимон еще лагает. Японская блоха, ну ладно. Here's your order, punk. В чем прикол? Better luck next time. Так, ладно. Воскрешение. Да уж, конечно. Как я мило поиграл. Жесть какая. Ой, мне что-то дали тут. Это за хрень. Бетонные медвежьи штаны. Да уж, я бы сказал пару слов, десяточку. Тысяч, пожалуй. Так, чего от меня хотят? Подготовка. Ячейка для снаряжения. Уденем штаны. А, нет, возьмем палочку. А, это мы покупаем за золото различные снаряжения. Довольно-таки неплохо. И уровень поднимаем. Угу. Здесь у нас что? Достижения. Еще есть довольно-таки много достижений. За которые мы тоже получаем плюшки различные. Довольно любопытно, кстати. А, только мы ранг еще должны ей повышать. Понятненько. Ну пошли битву опять, сдохнем быстренько. То есть мы можем улучшать и снаряжение, и все остальное. Это забавно. Полетели. Куда бабульку будем сбрасывать? А, давай сюда и сбросим. Все, пошли. Ура! Бабуля идет кидаться пирогами. Лучше бы автобой здесь сделали. Better luck next time. А, да, мило. Так, в этот раз золотишко мы получили 20-ку. Переворачивание карточек даже одна есть. Вау. В общем, понятно, вам надо будет много-много и нуна дохнуть. Много-много раз, потому что это нуна. Чтобы хотя бы себе хоть как-то улучшить различные виды экипировки.
всякой остальной хренотени. Ну, это игра для садомазохистов. Я понимаю, конечно, жанр моба это такой жанр, но судя по тому, как меня тут быстро отщеголивали, ну, здесь вряд ли есть такой баланс, так называемый. Эта игрушка еще относительно новая. Ну, хз, слушай, это чисто народ на любителя. То есть, как видишь, дохнешь ты или нет, то есть смерть здесь это нормально. Чтобы прокачаться, надо много раз умирать. Ладно, на этом я обзор игры закончу. Ну, что такое моба? Это вы сажаетесь на отдельных локациях. Хотя, в принципе, мне довольно-таки сильно понравилось здесь то, что, во-первых, снаряжение можно различное менять, плюс повышать уровень снаряжения, плюс еще повышать уровень вашего героя. Это, конечно, плюсы. Но есть одна проблема. То есть донатер будет с лучшим снаряжением, с лучшими, скорее всего, перками, скиллами и еще хрен пойми с чем. То есть игра сразу, могу сказать, видна для донатеров. Так, а тут вообще магазин можно посмотреть? Так, ценники давай посмотрим. 409,75, это что у нас в рублях? Косарь стоит, да? И на эти кристаллы можно покупать все, что тебе вздумается, так сказать, да? Три вида броньки. Обычная, героическая, типа мифическая. Любопытно. Рейтинговая таблица. Я понял. Я не знаю, народ, если в эту игру вы зайдете, как вы будете здесь играть. Скорее всего, будете дохнуть, дохнуть, дохнуть и дохнуть. Но, может, вам и повезет. Всем удачи, всем пока.